Приветствую вас, мои дорогие подписчики. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья и, конечно же, чтобы грядущий год был наполнен счастьем, радостью и, конечно же, достижением своих целей. Я хотел написать сценарий, как-то выложить более-менее сумбурно свои идеи, но решил, что лучше стоит сказать как есть. Извините меня за то, что в этом году было очень мало видеороликов. И в этом году у меня прибавилось очень сильно подписчиков, и я извиняюсь перед всеми вами, потому что вас стало больше, а меня времени в разы меньше, извиняюсь, конечно. Даже на шортсы времени немного не хватало, и желания. Самое, извините, уж важное в Ютубе – это желание. И когда вы занимаетесь ютуберским делом, очень сложно не со временем, а больше со желанием что-либо снимать. И вот проблема была в том, что я был морально и физически сильно растрепан, потому что я студент медицинского вуза, первый курс, у меня времени мало, я мало сплю, я учусь, и еле я сейчас закрыл сессию полностью, и до 23 числа у меня выходные. Надеюсь, я смогу за это время восстановиться. Конечно же, с Новым годом у вас будут встречать новые видеоролики. Я постараюсь к 23 числу наснимать столько, чтобы хватило на, думаю, на месяц где-то. Не обещаю сильно много, но считаю, что успею сделать роликов 4, может 5. И раз в неделю выпускать их по чуть-чуть. Или же сразу же выпущу все 5 и... Ну, ладно. Короче, буду снимать, выпускать. Потому что у меня дома работы не так много, я буду учиться дома. Сейчас, думаю, напишу конспектов наперед и всего по чуть-чуть. Да и поздравьте меня, я полностью закрыл всю сессию на 5. Средний балл у меня выходит в районе 86. А с 86 начинается 5. Так что я закрыл все предметы в среднем на 5. Мой рейтинг 5, так скажем, 86. Хотя, чтобы попасть в топ, я должен набрать рейтинги 95. Короче, я освободился от экзаменов. Вот, сижу, с вами общаюсь. Сегодня Новый год. Я отмечаю у сестры. Мне очень много чего хочется вам сказать, потому что в моей жизни произошло очень много чего. Я встречался с девушкой, меня отшила девушка. Конечно, обычное дело. Я познакомился с огромным количеством людей и... Узнал много нового, и за это время мне не хватало сильно вас, потому что YouTube для меня это место, где я самовыражаюсь и общаюсь с множеством незнакомых мне лично людьми, которые меня поддерживают и дают мне желание жить дальше, или не знаю, дают мне, можно сказать, такое моральное удовлетворение от того, что мой труд как-то ценится, и я хоть что-то значу в этом бескрайнем море лжи, лицемерия и эгоизма, конечно же. В итоге, если насчет девушки, то я продолжал встречаться, потом меня морозили, и в конце концов она говорит, что хотела бы встречаться со мной, но дело не в тебе, дело во мне, короче, мы расстаемся, остаемся друзьями. Да, и я сам тупил жестко, так что в итоге жизнь расставила все на свои места, и я считаю, что... В принципе, доволен тем, что мы разошлись на такой ноте. Да и, ну, это было поздравление с Новым годом, но я наговорил много чего лишнего. Так что, конечно же, еще раз поздравляю вас всем Новым годом. В новом году, надеюсь, роликов будет больше. Я выкрою для вас просто. Буду пытаться выкроить время для вас и снимать. Конечно же, дата 23 числа я начну снимать стримы раз и заниматься фармингом. И так далее. Это очень нудная тема, и у меня интернета не было такого хорошего, чтобы снимать в Бишкеке. Да, я сейчас уезжаю из Бишкека в Ош, потому что я переехал в столицу своего страны, чтобы учиться в медвузе, и сейчас обратно возвращаюсь домой. Так что я, так скажем, смог поступить на бюджет в медвуз, на лечебное дело, так скажем. И пришлось из-за этого переезжать в Бишкек, куда я именно поступил. Надеюсь, у вас все будет хорошо, а я попытаюсь вас обрадовать. И мне очень приятно от того, что у вас стало 345. А было когда-то всего лишь времена, я помню времена, когда у вас было 40, и я
был обычным школьником, который снимал видеоролики и говорил, что ему придет в голову. Конечно же, ничего не поменялось. Поменялось только то, что я студент и говорю все, что мне взбредет в голову. И меня смотрят. И это поразительно просто. Спасибо вам. Спасибо за все. До новых встреч.